Компания Beeline совместно с Huawei, TrueConf и Российским обществом хирургов провели демонстрацию возможностей сети нового поколения 5G на примере организации телемедицинского консилиума в разрешении 4К. В режиме онлайн было проведено две операции на платформе единой информационной системы Российского общества эндоскопических хирургов и TrueConf. Развитие 5G, да, развитие коммуникации идет постоянно. Когда-то мы радовались 3G, очень радовались, когда мы первый раз на мобильном устройстве получили видеосигнал, это было здорово, большой праздник. Теперь же это стало обыденным, и теперь мы все хотим, чтобы наши мобильные устройства давали нам очень высокое качество изображения с минимальной задержкой. Ура, мы можем это делать. Уже сейчас мы смотрим на 8К, да, то есть телевизоры, в принципе, уже начинают быть доступны, камеры вот-вот на подходе, и мы уже практически подготовили наше программное обеспечение для того, чтобы поддерживать 8К. Могу сказать, что вот то, что вы наблюдаете сейчас, да, вот видят, десятки, сотни тысяч людей ежедневно именно через решение TrueConf проводят видеосвязь, проводят консилиумы, лечатся люди, да, где-то это пациенты звонят своим врачам в мире для того, чтобы получить какую-то консультацию. Мы, на самом деле, очень рады этому.